Партнер проекта – торгово-промышленная компания «Мастер». Ответственный подход к выбору дверей. Высокое качество, минимальные сроки доставки, точные замеры и профессиональный монтаж. Добрый день. Банки сейчас стараются не выдавать ипотечные кредиты без обременения родственников заемщика. Тревожатся, что деньги не вернут. Обычно родственники выступают со заемщиками и не придают этому большого значения. И совершенно зря. Заемщик – это почти тот же заемщик. Он имеет право претендовать на долю в жилплощади, которая приобретается по ипотеке. И точно так же, как и главный заемщик, рискует деньгами и собственностью. Банки часто допускают наличие нескольких созаемщиков. В некоторых кредитных организациях их количество ограничено двумя, а в других доходит до пяти. Эксперты советуют супругам, если они погашают долг по ипотеке из бюджета семьи, оформлять недвижимость в совместную долевую собственность. Тем, кто состоит в гражданском браке, стоит подписать соглашение о последующем переоформлении долей жилья на каждого пропорционально вложенным средствам. А если в качестве созаемщиков выступают родственники или друзья, подписывать соглашение о возврате выплаченных средств в денежной форме или в виде доли на приобретаемое жилье. Это правило денег.